Ученые из США обнаружили белок, способный полностью нейтрализовать новый коронавирус. Об этом сообщает газета «Ру». Такое белковое соединение хорошо проникает в ткани, но не связывается с клетками человека, а значит, не оказывает и побочных действий. Исследования провели пока на лабораторных мышах, и результатами ученые остались довольны. Новость своевременная, ведь в Якутии каждый день происходят все новые и новые случаи заражения ковидом. Правда, в Мирном за минувшие сутки, к счастью, их зарегистрировано не было. Так, по данным оперативного штаба Алроса, на 15 сентября в провизорном госпитале остаются 59 человек. В ковидном отделении 32. Еще 94 лечатся амбулаторно. На Айхало-Удачнинской площадке 8 человек пребывают в ковидном отделении и 43 также проходят амбулаторное лечение.